Здравствуйте, с вами сегодня Смитская Милана, и мы научимся с вами вязать горловину, то есть без отрыва от основного полотна. Вот, то есть смотрите, вы задумали себе связать какую-то кофточку летнюю или же платье прямого силуэта, то есть по прямой, без всяких убавок, без всяких прибавок, да? И вот вы одним полотном прямоугольным, да, связали, закрыли петли, потом связали перед и спинку аналогично. Но чтобы этого не делать, а связать вот сразу, да, вот вяжите прямым полотном, да, и посередине закрываете петли. Я сейчас вот покажу, как это делается. Я покажу, и вы поймете, да. А вот, допустим, это у вас кофточка. У меня на образце тут 30 петелек. И я поделила их поровну. 10 петелечек, вот, допустим, плеча, поставила маркер. 10 петелечек горловины. И еще 10 петелечек плеча. И вот я вязала-вязала и связала нужной длины, да, себе изделие. И вот поступаю таким образом. 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот это у нас одно плечо. Да? Это все у нас это в маленьком, ну, маленьком виде. Вот. 10 петелечек плеча закрыли мы. Вернее, провязали. А средние 10 петелечек мы сейчас закроем. Вот смотрите. Сильно не стягивайте, да, ну, чтобы потом просто было комфортней надевать на себя, да, это изделие. 2, 3, 4, 5, 6. 8, 9, 10. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, да? Вот смотрите. 10 петелечек я провязала. 10 закрыла, 10 еще провязываю. То есть вот таким образом. Да. Поворачиваем вязание. И смотрите, что мы будем делать. Вяжем вот эти 10 петелечек плеча. Вот так, да? Теперь что мы делаем? Вот на эту правую спицу мы набрасываем 10 петелечек вот таких вот воздушных. Смотрите. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот так. То есть те петелечки, которые мы закрыли в предыдущем ряду, в следующем ряду мы их набросили, да, и получилась у нас вот такая горловинка. То есть это будет как бы безотрывное вязание,
Если вы не хотите вот связать одно полотнище, второе, потом здесь сшивать, а вот вы вяжете вот прямым полотном, да, и вот таким образом поступили, как я вам показала, да. Дальше вы вяжете, продолжаете вязать, как и вязали остальные 10 петель плеча. Вот таким образом. Поворачиваем, как при обычном вязании, все поворачиваем, да, вот, и опять вяжем все по прямой, все по прямой. Давайте я буду лучше показывать, и вы все поймете. Конечно, будет сложновато. Вот так, это та петелечка, которую мы накидывали, воздушная, вот таким образом. То есть у нас таких петелечек будет 10. Вот таким образом, смотрите. Их немножечко нужно подтягивать, да, ну как бы повозиться нужно, это очень кропотливая работа. Вот. Давайте вот так лучше за переднюю долечку будем, так будет быстрее. Таким образом. И снова продолжаем. Поворачиваем изделие. И вяжем. Продолжаем прямым полотном. Давайте еще рядочек провяжем. Таким способом можно вязать летние кофточки, как я уже говорила вам, платья прямого силуэта с приспущенными такими рукавчиками. Вот, то есть это будет выглядеть вот таким образом. Смотрите, то есть пойдет продолжение вязания полотна, и вот такая будет горловина, лодочка. И вот здесь просто будут спадать плечики у вас. Приспущенный рукавчик будет. Вот. То есть вы вязали полотно по прямой, закрыли таким образом горловину. И когда
вы на себя наденете это изделие, у вас рукавчики будут вот чуть-чуть как бы приспущенные, да? Горловину можно оставить и так, а можно просто обвязать одним столбиком без накида крючком, как бы вот оформить это. И также по краю рукава нашего приспущенного можете так оставить, а можете тоже аккуратненько обвязать крючочком. Вот, вот таким образом вяжется такая горловина. Вот. Спасибо за внимание. До новых встреч!